Всем добрый день или времени суток. Я Анна из Вольска, и я хочу представить две своих работы, выполненные одну в пейзажном стиле, другую натюрморт жанр. Выполняю я работы маркерами для скетча. Увлеклась я этим где-то недавно, то есть около 2 лет. Мне понравилось за то, что они могут передавать также все равно оттенки, объем, и я ими очень люблю рисовать работы. Вторая работа, это называется натюрморт сибирской розы. Замечательный цветок эустома, который тоже где-то, наверное, года 2 назад я его увидела. Это очень красивый, нежный цветок. Здесь они у меня представлены вместе с хризантемами. Этот букет передает нежность, лиричность, и я думаю, что здесь передана такая женская нежность.